Здравствуйте, меня зовут Дмитриев Александр. Готовим с Редмонд. Сегодня я поделюсь рецептом азиатских булочек бао, которые готовятся на пару. Для начала мне понадобится приготовить тесто. Для этого я беру муку, дрожжи, разрыхлитель, небольшое количество соли, 40 грамм сахара, а также молоко комнатной температуры. Устанавливаю чашу с ингредиентами в кухонную машину. Для замеса теста я использую третью скорость. Тесто готово. Теперь добавляю сюда небольшое количество растительного масла. Формирую вот такой шар и накрываю пищевой пленкой. Оставляю тесто при комнатной температуре на 1 час. Займусь приготовлением начинки. Замариную курицу и натру овощи. Филе куриного бедра плюс небольшое количество соевого соуса. Азиатская кухня, как без него. Небольшое количество масла. Щепотка корицы. Зубчик чеснока. Курицу долго мариновать я не буду и сразу же включаю мультиварку. Мне понадобится режим тушения и время приготовления 10 минут. Овощи я натру при помощи многофункционального блендера от Redmond. Огурец. На тертые овощи добавлю соус кимчи. Курица готова. Получилось сочное и мягкое. Тесто у меня простояло 1 час. Смотрите, какое стало эластичное и мягкое. Теперь из этого теста буду формовать небольшие шарики размером 50-60 грамм. Я растягиваю наши булочки, основу. С одной стороны смазываю растительным маслом, для того, чтобы тесто в процессе приготовления не слипалось. Чтобы приготовить булочки на пару, использую специальный контейнер для мультиварки. Отправляю булочки в мультиварку на 6 минут. Измельчаю курицу. Нарезаю лук и немного мяты для придания азиатского вкуса. Добавляю немного кунжута. Давайте взглянем на готовые булочки. Раскрываю булочки. Начинка из моркови и огурца, куриное бедро. Вот такие необычные булочки в азиатском стиле я сегодня приготовил. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Redmond!